Приветствую всех на моем канале. Давайте вместе посмотрим, что же добавили в раздел распродаж. Проходим через меню и смотрим. Лак для ногтей Color & Care Cosmic Shades. Это тот, который у нас с ухаживающими компонентами. Но оттеночки не все попали на распродажу. Кольцо Сатурна. Марс очень, кстати, красивый оттенок. Я бы такой хотела, но знаю, что не буду все равно красить. Свет Сириуса, лунный камень. А вот дальше уже звездное сияние не подпадает. Экспресс карандаш для ухода за кутикулы. 40% скидка. Тушь. Ну, тушь всегда можно купить со скидкой. 40% скидка на питательное масло для ногтей и кутикулы. Вот тут уже... Пожалуйста, напишите мне, кто пробовал что-либо из новой линейки, потому что я слышала только отрицательные комментарии. А вот когда проходите в карточку товара, там комментарии положительные. Поэтому если вы что-то использовали из вот этих средств, которые восстанавливают ногтевую пластину, пожалуйста, отпишитесь. Потому что более 50, ну чуть более 50% скидка на восстанавливающее покрытие СОС. Витакомплекс, антикрак, я думаю, это вот антизацеп. Ну, крак это такое, как повреждение. Унисекс покрытие мне не представляет интерес для меня. Кальциевый щит. Я очень люблю наше кальциевое молочко. Антивозрастной филлер. Лак для ногтей Color & Care. Это у нас нюдовый получается, да, линейки? Так, давайте посмотрим. Да, тут тоже не все оттенки, но идут по распродаже. Бычок у нас был, тональный тоже был, губные помады, тушь HD Lash, видимо, выводить собираются, не знаю. По акции каталога можно было взять за 199. Массажер, практически 50% скидка, эмульсия Weekend. Возможно, будет уже с подходящим сроком, там месяца 3-4. Что еще интересного я наблюдаю? Мыло с моим любимым ароматом. Оно периодически то появляется, то пропадает. Я настолько... Ну, кайфую, плохое слово, не совсем правильное. Но я наслаждаюсь использованием этого мыла и такого же дезодоранта. Ампулка одна, почему-то только. Помады, кстати, на распродаже в прошлом каталоге, когда третья неделя шла, были по 73 рубля, сейчас 96. Моя любимая-любимая мицеллярная вода. Крем капилляра протектор по такой же цене, как и был. А вот восстанавливающий крем комфорт продавался по 199, теперь по 149. Так, маска патч проликсир и мицеллярная вода. Ну, возможно, выводят, но мне мицеллярная вода очень жжет. Она мне немножко похожа даже вот по ощущениям на мицеллярный лосьон из линейки Axiology. Гелевые межпальцевые разделители надо положить в корзинку. Это очень хорошая вещь для тех, кто натирает пальчики друг об друга, прям незаменимые. Подешевле. Были 99, стали 79. Ну и распродают до конца серию дом. Но еще вчера буквально это все можно было купить немножко дешевле. Формочки сердца. Смотрите, форма для кекса всего 96 рублей. Шикарная цена. По такой цене я точно готова взять. Ампулы. Ну, в общем, все предыдущие выпуски. Прошу прощения. Подарочный набор для ухода за кожей рук Spring Beauty. По-моему, он у нас в каталоге сейчас изображен. Это три маленьких крема. Не прогружается у меня картинка. И Lovely Moments, а это уже зимние. Вот он, лак для ногтей. У меня обзор на канале есть. С эффектом лолипоп, который как будто бы я клубники тазик перечистила. Да, вот теперь отображается. Также, который как с крупинками сахара, тоже лак.
со скидкой. Но эти гели для душа не знаю, когда. Все распродают, распродают и никак не распродадут. Ну вот и все. В принципе, посмотрели мы с вами всю распродажу. Надеюсь, это видео было вам полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки. И буду рада вашим комментариям. Всем пока-пока!